находимся в районе Архангельской области, где район не затухает, предприятия строятся, развивается туристический бизнес. В настоящее время мы находимся в гостинично-туристическом комплексе «Урочище». Меня зовут Вячеслав. Вот. Вы видите, что дома сделаны в охотничьем стиле. Название домов от старинных слов, которыми ранее назывались охотничьи избы, но в настоящее время этот охотничий комплекс, туристический комплекс продается. Почему продается? Мы хотим вложиться в другой бизнес. И вот в настоящее время сейчас мы отдаем его вместе с земельными участками. И в этот комплекс входит 4 дома и баня. Мы можем сейчас пойти посмотреть его внутрь и вам все показать. Охотничий дом «Зимовье». Площадь дома 70 квадратных метров. Изготовлен из бревна от 40 до 80 сантиметров. Два уровня, из которого оба жилые. Дом состоит из прихожей. Холла. Санузла, который декорирован рогами оленя, лося. Имеется душевая кабина. Далее кухня. Кухня-гостиная. Здесь отопление. Печка-буржуйка. Имеется телевизор. Все отделано рогами и декоративной мебелью. На второй этаж. На второй этаж ведет декоративная лестница. Он разделен на две комнаты с двумя спальными зонами. Мебель изготовлена вручную. Дом рассчитан на 4 места. Второй дом «Заимка». Общая площадь 60 квадратных метров. Тоже в двухэтажном исполнении. Дверные блоки сделаны из массива сосны. Имеется санузел. Большая кухня-гостиная. Санузел полностью оборудован. Гостиная декорирована охотничьими трофеями, изделиями из них. Если есть желание, трофеями можем поделиться. Имеется камин, телевизор, мебель изготовлена вручную. Кроме этого, на второй этаж ведет декоративная лестница. Спальная зона, 3 спальных места, двухспальная и односпальная кровать. Все сделано для отдыха, дышится прекрасно, декор охотничий. Животных изготовлены кустарным способом. В нашем районе есть специалисты, которые по вашим шкуркам, чучелам, рогам могут создать любую композицию из охотничьих трофеев.
Двухэтажный охотничий дом «Кордон». Общая площадь 126 квадратных метров. Имеется отдельная котельная. Дом создан для проживания от 7 до 9 человек. Имеется оборудованная кухня, где отдыхающие могут провести время, приготовить еду. Укомплектованный санузел со стиральной машиной, с душевой кабиной. Гостиная, отделанная охотничьими трофеями, которые делают наши специалисты, по цене намного дешевле и красивее. Изготовленные трофеи есть в наличии и готовы к реализации. Независимо от того, что человек хочет. Есть заказ. На второй этаж ведет декоративная лестница. Каждая лестница изготовлена по индивидуальному заказу, в зависимости от того, кто что хочет. Территория разделена на две спальные зоны. В одной спальной зоне две кровати, в другой три. И, кроме того, на территории имеется баня 60 квадратных метров с гостевой комнатой. Имеется недостроенный жилой дом на 50 квадратных, который в дальнейшем будет достраиваться. Кроме этого, планируется строительство кафе и беседки. Но если появится хороший человек, которому надо это все, можно это все продать, мы с удовольствием это продадим. Даже с перевозкой в любую часть нашей необъятной родины и с установкой на месте. Но в Устьянском районе лучше, так что просим вас сюда. Также заложен фундамент по старинному рецепту с камней, где тоже планируется гостевой домик. Все это будет благоустроиться. Лес зимний. Заготовки есть, которые уже сохнет естественной сушкой. Спасибо всем вам за внимание. Рад был со всеми с вами познакомиться. Пишите, звоните.